Мальчики, вам папа сделал тайский чай, как вы пьете? Покажите. А папа. Все, давайте, Мартюшка, поехали. А другой не тайский. Он был с одной кружечки с трубочками. Класс. Оригинально. Ну да. Очень. Пьют. Мои котики. А я не торопилась. Эй, надо торопиться. Надо торопиться. Это я выпью. Ой, смешнючие. Не, ну слюни не пускай, так не пойдет. У нас тут пловец, папа. У нас тут пловец. Джейсик, ты крут. А давай тоже так же самое, только в обратную сторону. Смотри, папа плывет. Ребята, у нас Джейсон научился за один день плавать. Давай, давай, малыш, давай. Какой ты умничка. Давай, 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 мой хороший. Джейсон, я тебя поздравляю. Какой ты молодец. Ты крутой пацан. Джейсик, дай пять. Дай пять. Устал. Ну, пять дай. Дай от радости маме пять. Джейсик, дай пять. Пять. Молодец, моя умничка. Так, у нас тут трюк. Без поплавков. И в обратную сторону. Давай, моя умничка. Люблю покупать здесь пахучки, но они сейчас 5 на 25. Можно за 3,50, за 3,75 их брать, когда они на скидке. А мне надо сейчас тестер крема какого-нибудь. Я помыла руки, посушила ручки. Вот, например, смотрите, можно вот так подойти и сделать вот так вот. На всех, которые можно попробовать, стоит вот такое сердечко Try Me. Вообще здесь можно жить, в этом магазине. Обожаю. Очень популярный магазин у нас здесь. Можно побрызгаться, помыть руки, побрызгаться, ручки намазать кремом. И то, что понравится, взять и купить. В общем, много всего разного, друзья. И здесь есть гели для душа, крема для тела, для рук, пахучки, мыло. В общем, целый мир запахов. Классно. Так, все, я кремчик взяла. Моя покупка. Идем дальше. Мы сейчас в детском музее, и здесь есть такой а-ля магазин. Я попросила Джейсона взять, что бы он взял, если бы шопился в настоящем магазине. И Джейсон выбрал только овощи и фрукты. Джейсик, почему? Потому что я не ем несчастных курочек. Они яйца дают, которые ты нам готовишь яичницу и омлет. Тебе жалко курочек? Да. Да? Я же люблю жареные яйца. А, ну правильно. Вот, и так эмоционально Джейсон объяснил все. Ребятки освежаются. Вентилятор и вода распыляется. Классно? Балдежники. Ой, класс, мои солнышки. Пойдемте. Хватит освежаться, идемте на детскую площадку. Угу. Давай свои чипсы, потом доешь. Беги. Ты мой сладкий. Всё. Нажимай. Как Мартюшка делает? Вот так. Кружится. Счастливый ребенок. А мои выходить не хотят. Ливень начинается. Вон тучи какие. Гляньте, что творится. Там вон сильный уже дождь идет. Все, ребятки, нужно выходить. Поехали домой. Ой, начинается сильный дождик. Выходим, ребятушки. Надо это домой. Догнала тучка нас.
Джейсон с котиком общается. Ну, слишком много. Видишь, он ушки назад сделал, нервничает. Нет, ты как ты делал? Ты делал просто мяу. Он даже расслабился. Мяу. Дай Кося. Ой, мои хорошие. Погладила. Ты мама кошка? Сашенька, а кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Ученым. Да, ты будешь что-то разрабатывать? Что ты будешь делать? И, например, что-то химичить здесь. Будешь что-то химичить? Например, что-то делать там. И все. И все. Ну, раз хочешь стать, так станешь. Я люблю тебя. Ученым не сложно быть. Ну, я думаю, немножко сложно. Быть им не сложно, но стать им сложнее. Нужно много учиться. Ты будешь много учить? Да. Ну все, значит, станешь ученым. Так и быть. Ну, я буду только этому учиться. Да. А все остальное время что ты будешь делать? Ну, буду отдыхать. Ну хорошо, договорились. Любую бери. Ты умничка. Сначала смой еду. Не знаю, я, наверное, ела. Сначала смой под краником еду. Максимально. Молодец. Да, теперь этой губкой. Чтобы она упала, вся еда. Да. Вот так вот шоркой сильно, чтобы вся еда отмылась. Мартюш, ты такой молодец. Спасибо тебе. Как ты? Со всех сторон. Обязательно. Капнула. Мартюш, ты большой молодец. Да, пока к тебе к плите горячей нельзя. Не, все хорошо. Давай. Ты умничка. Стараешься, умничка. Это мы в гости собираемся. Я решила угостить своим фирменным борщом. Просто великолепным. Отвал башки. Отвал башки, Дениса называет. А еще я тут три баночки взяла. Вот таких огурчиков. Вау. Таких вот этих дольками помидоры. Кстати, дольками помидоры просто сочные. На... Шикарные, как говорится, один кладешь в ротик. И да, и перчики эти свои вкуснючие. Так что вот так лиса в гости ходит. Все должно быть по-нашенски. Гостинцы, как говорится. Я маме эту песню
что, показываю, что я тут делала вчера. Смотрите, девчонки, дорогие дамы, женщины, девушки. Значит, сварила я вчера два супа. Это у нас зуб Тоскана. Варю я его по рецепту Natasha's Kitchen. На YouTube есть. А это, значит, у нас супик с курочкой и вермишелькой. Такой классный суп. Мои дети его очень любят. Сделала два супа, потому что не все детки будут есть зуб Тоскана. А этот супчик наверняка смогут в семье есть еще и детки. Так что два супика вчера делала. И также вчера я запекла картофель. Значит, у нас здесь запеченный картофель с курочкой и сыром. И лук. Но я кладу лук не сырой, а предварительно его обжариваю. Вот, попробуйте по такому рецепту предварительно лук обжаривать. Тогда намного вкуснее блюдо получается. Запекала в духовке. Вот, а сегодня я сделала прям свежие-свежие салатики. Этот салат с капустой, огурцом, морковкой и зелень. Такой салатик с пахучим маслом и лимончика. Сок выдавливала сюда. И решила сделать еще винегрет. Такую большую баночку. Они, кстати, баночки смотрятся небольшими, но очень объемные. Что решила сделать, так это вот купить такую посуду, чтобы, знаете, могли поесть, сразу выкинуть одноразовые лоточки такие, чтобы не заморачиваться, потом не возвращать, не мыть. Вот, это едет в одну семью. И вторая семья. Сегодня две семьи с новорожденными малышами, с их детками будут кушать такой обед и ужин. Не прекрасно ли это? Очень классно, мне кажется. Первый Джусичкин галстук. Говорит, сегодня особенный день. Говорит, сегодня я буду со своим первым галстуком. А ну подойди ко мне, красавчик. Ой, какой мальчик. Как тебе красиво, сыночек. Ты классно придумал. Давай я тебя еще сфотографирую. Сейчас пойдем. Ой, ты мой солнышко. Тебе нравится? Так ты хотел? Красавчик. Смотрите, какая красота на столе. Вот у нас сегодня на обед две такие баночки домашнего борщика, приготовленного с любовью. Также лапша яичная с курочкой, тушеная в мультиварке, с подливой, очень нежной. Мои огурчики домашние с огорода. Сегодня вот таких два набора обеденных поедут в две семьи. Девочки, был разговор про сорт огурцов. Вот улов хочу показать. Вот смотрите, они когда поменьше, они такие, вот где у нас продолговатенькие есть. Нет, это тоже пухленький огурчик. Но они такие более ровненькие, я не знаю. Смотрите. Вот, потом парочку таких вот есть. Очень разные формы все. Это вообще гигант огромный. Так что вот такие формы огурцов, совершенно все разные. Но шкурочка довольно мягкая, и сладенькие, хорошие огурчики. Мы очень довольны. Ну что, друзья, новый урожай. Наверное, таких сториз будет много. 32 огурца. Вы можете себе представить? 32 огурчика.
Да, Дюсик. Вот так бежит со шланга. Немножко сюда вот так. Сначала, когда только начинали откачивать, так пускали. Шланг короткий. Пришлось сейчас вот так сделать. Да, я иду. Что там? Что? Сейчас выключаю тогда. Окей. Ну, почти отмылось. Да, четенько. А там уже, если что, там тряпочка. Жужу жалко. Да. Хорошая жужа. Хороший насосик. Справился с работой. Ага. Такой большой бассейн был. Был да сплыл. Я знаю, чем мы еще будем заниматься. Мы когда бассейн уберем, Денис, тут столько песка, надо будет смывать песок с плит. Ну что, друзья, у нас новости. Представляете, и года не прошло, сломался кондиционер. Две ночи мы мучились, и два дня. Южная Каролина. Поставили нас на emergency list, как бы, чтобы приехать, знаете, быстрее обслужить нас. Два дня ждали мы мастера. Я беременная, у нас на улице плюс 34. Дети маленькие, в общем, задыхались мы два дня. И наконец-то приехал мастер. Будем смотреть, что с кондиционером. Хорошо, что еще есть гарантия. Год гарантии они дали. На сам юнит больше, но на работу. А у нас до конца октября получается. Так бы платили уже со своего кармана. В общем, будем сейчас смотреть, что с кондиционером, дам вам знать. Это остатки нашего огорода. Помидорки еще есть. Огурчики здесь были уже. Все повырывало, посохли. Где-то Денис пропал. Привез какой-то такой интересный аппарат. Что-то он измеряет. Смотрите, никогда такое не видела. В общем, будем сейчас узнавать. Что я вчера увидела? Я уже вчера его отключила, потому что он крутился, но не давал этот холодный воздух. Вчера вот здесь, в этом месте, он, видите, сейчас там, ну как, конденсат в этом месте прорвало, и была такая, знаете, как шишка из снега, льда. По консистенции был как лед, но белого цвета как снег. Наверное, там что-то случилось. Сейчас вот опустилась температура до 75. Утром я проснулась, было 77. Открыли крышу. Что-то там смотрят. Смотрите, мы на нашей крыше.
тут снегом припорошила. Yeah, so how are we gonna handle the... Прикольно. Okay. Тут мы еще не были. All right. When they come home, when they'll call me?